хозяев. Со мной два хозяина. Я приветствую наших зрителей. Добрый вечер. Сегодня понедельник, и это значит, что в эфире очередной выпуск программы «Доживем до понедельника». В студии, как обычно, Григорий Гельфер, Евгений Гендин. Добрый вечер. Уже не Геннадий. Меня зовут Елена Кальянова. Добрый вечер еще раз. Ну что, событий много. На этой в голове неделе. Каша. В голове каша, да. Будем расхлебывать. Начинаем, будем начнем, расхлебывать. Пожалуй, вот я начну, наверное, с одного из самых обсуждаемых событий минувшей недели. А это же, это, естественно, визит нашего президента Петра Порошенко в Америку. Но он... не вовсю. Не вовсю, конечно, конечно же. Но я думаю, что все в курсе, где он был. Он посетил саммит по ядерной безопасности. Так вот, последствий на самом деле для нас очень много, может быть, поскольку очень многие эксперты заговорили о том, что США явно охладевает к официальному Киеву. Но с Обамой все-таки встретился. С Обамой да. все-таки встретился, привез немного, ну, с говорят, Байденом, совершенно да. немного денег на реформу силовых структур. Но очень много говорил... 300 с чем-то миллионов, нормально. Нет, деньги. Там больше, по-моему. Нет, там именно на силовые там 300, а еще миллиард там гарантий. А пока они спорят, я хочу сказать, украду? Что у нас есть страница в Фейсбуке, куда вы... В течение нашего прямого эфира, сейчас 18 часов, вроде как 31 минута. У тебя интернет появился, да? Можете задавать вопросы. Вы уже все... А телефон у нас есть? Телефон пока не называю, потому что пока он не работает. Я думаю, что мне сообщат и сразу же вот выдам хакеры, в эфир, хакеры. Да, что можно к нам звонить. Да, так на чем? Вот, я вас перебил. Я скажу друзья, о том, что Порошенко, извините, как обычно, говорил очень много о агрессии России, а в США уже, мягко говоря, в шоке от того, что у нас вот постоянные кризисы, от уровня нашей коррупции, от ошибок нашего руководства. И во время визита Порошенко в США, прямо вот когда он там находился, вышла статья, нашумевшая статья в «Нью-Йорк Таймс», и очень жестко отозвались там о президенте украинском, его назвали продуктом старой системы, Украину назвали коррупционным болотом. Ну, естественно, дипломаты, они не так резки, в оценках они более мягкие, но темпы наших реформ их тоже поражают, и объемы нашей коррупции. Мы говорили же, также... что это джинса голимая. Ну, вот. Мы все... подписчики газеты «Нью-Йорк Таймс» возмущены. Нет, все же подписчики Фейсбука. Мне две недели не разносят «Нью-Йорк Таймс». Очень такая интересная фишка, когда президент отвечает в Фейсбуке, и это уже есть официальное такое вот заявление или официальный ответ на какие-то события. И еще одна фишка у нашего руководства украинского появилась, на мой взгляд, она такая интересная. Вот все, что против них, это теперь уже называется гибридная война. Так что проявление гибридной Нью-Йорк Таймс – это тоже элементы конечно, гибридной это войны. Конечно, это возможно, там вот как-то происки России. Война эта пошла шире, то есть можно было обвинить Путина, что это его происки, но оказывается, он тоже попал под раздачу, потому что сейчас вот этот скандал с панамской вот компанией, которая называется Mossack Fonseca, да, из которой там 1,5 миллиона каких-то или миллион каких-то документов утек, значит, и там такое количество вот всяких персонажей и руководителей государств, и спортсменов знаменитых, так что там и Путин, и Порошенко есть. То есть, ну, там есть... 20 из Украины. Да, 20, но... Не... Да, но есть там, да, и Павел Иванович Лазаренко, конечно же, и там... Совершенно заслуженно да. этот вот индийский да, бизнесмен. Это, да, или он не индийский, муж, да. Депутатом Европетровского горсовета. Пока депутатом. Нету, но еще... Но все, все в страхе. Еще же все боятся, вдруг там кто-то себя обнаружит. Но я хочу сказать про Путина. Тут, ну, все понятно, да, там какой, там есть, оказывается, виолончелист, Ралдугин там знаменитый, вот через него друг теперь Путина. Он отмывает какие-то очередные 2 миллиарда. Мафия в виолончели, бабло. Ну, я думаю, что касается Путина, тут вообще вопросов нету, и, конечно, все 90% считают, что это просто происки врагов, а Путин... У Путина совершенно информационный иммунитет. Что касается Лионеля Месси, который там утаил какие-то 5 миллионов, я считаю, что все равно
его избрали правильно, лучшим футболистом. Ну, вот. А что касается Петра Алексеевича, ну, я не знаю, наши, наверное, зрители не все владеют офшорами. Те, кто владеют, они все равно и так владеют, а те, кто не владеет, я за минуту не расскажу, как этим правильно пользоваться. Но Петр Алексеевич... После парковки. Он там создал для продажи Рошена какой-то там слепой траст. Потом стало известно, что он создал вот эту офшорную компанию для того, чтобы, ну, всю продать вот свою фирму правильно. И вся прокуратура, вообще все говорят, что он все делал, ну, как бы по закону. Ну, в смысле, не то, что по закону, он ничего не нарушил. Ну, с юридической точки зрения там никаких нарушений. Ну, тут как бы смысл в чем? Вот, как бы, на самом деле все эти телодвижения, это телодвижение бизнесмена, который хочет как можно меньше заплатить налогов государству. Вывод какой? Наш президент по-прежнему бизнесмен. Я бы тоже так делал. Но если ты не доплачиваешь государству, которым руководишь, это уже как бы конфликт интересов. Это поэтому вот... я считаю, что тут все-таки бизнесмен доминирует. А других политиков у нас, к сожалению... Он же сказал, что вообще это вопросы не к нему. Он сегодня сказал, что, став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующими... Это он в Фейсбуке сегодня консалтинговым и юридическим компаниям. Ожидаю, что они предоставят исчерпывающее объяснение для украинской международной прессы. Ок, они объяснили. Ротшильды, вы нас смотрите, вы нам объясните это все. На самом деле, как бы... Ответьте нам, Нью-Йорк Таймс. Сейчас вот у парахофобов, у тех, кто зраду, там у них сейчас раздолье. Да, разгуляй сейчас для них полный. У парахоботов, у тех, кто облизывает его, те, кто, не дай бог, глотку не раскачивает, у пропагандистов на зарплате и от небольшого сейчас критические дни конкретные настали. Велик соблазн сейчас эффектно вот клеймить. Вот, а сейчас это достаточно легко. Я воздержусь. Опять-таки можно рифмы очень не, много. Да. Шоры, офшоры. Очень да, ты же пыталась массы. Какие-то свои стихи про... У меня полностью отсутствует чувство юмора, да. Поэтому вопрос. Шоры и невидимые офшоры. Офшоры, Жоржа. Вот, я воздержусь не потому, что я так люблю Петра Алексеевича или наоборот. Я просто вот не ощущаю себя там экспертом в этом действительно. У тебя есть офшор? У меня, ну как ты думаешь? Нету. Совершенно тихо. Тебя... же не надо быть экспертом, но чтобы понимать, что человек хочет не доплатить правильно, своей стране. Но все действительно вокруг такие, сейчас же это глубоко копает, все такие, я горжусь, что я с этими людьми в одном интернете. Ладно, то есть ты не ответил на вопрос, есть ли у тебя офшор? Но проблему, да, Гарик ее как бы перехватил, но это действительно, наверное, на языке у на каждого нормального человека, который ведет программу «Доживем до понедельника», поэтому Гарик сказал, в общем-то, основное. Проблема же не в офшоре, да, оптимизация налогов — это обыденное совершенно явление, но просто еще такая вещь, вот, которую, может быть, это добавил бы к тому, что ты сказал, ведь если бы был создан как бы нормальный фискальный климат и правила игры, и элита его соблюдала, тогда бы это было другое дело. А президент, он ориентир, вот такое как бы имиджевое лицо страны в мире. И сейчас вот кто-то написал, не помню кто, что в таком образе предстали некого такого авантюриста. У мира деньги просим, а потом свои деньги отправляем в офшоры. Да. То есть там же не та история, как с Путиным. Там нет каких-то там проституток, ну, кроме политических, нет яхт этих многомиллиардных. Это не совершенно сладкий бизнес, это не всплыло. Но вопросы вот международного имиджа, то есть ложечки найдутся, осадок действительно как бы остался. Просто нельзя же быть одновременно бизнесменами. Ну, можно, нужно, но это конечно, как гермафродит. Он одновременно и нужно мужчина, или кумным, и мужчина. Мы же красивым, знали, что выбирали безусловно президента, не, бизнесмена. Ну, такой персонаж был даже Берлускони, и то, ну, Жень, ну, я бы вот здесь вот поспорила насчет оптимизации, потому что это не оптимизация, а минимизация его доходов там или налогов. Дорогая, это вопрос. Это для того, чтобы минимизировать. И совершенно четко с юридической точки зрения здесь говорят, все чисто, возможно, это и так, ну, а вот с политической и моральной точки зрения это, конечно же, большой такой урон, да, еще его один. Просто, его просто Ротшильды сбили с истинного пути. Я говорил, Петр Алексеевич, идите к Рокфеллерам. А нет, Ротшильды. Президент страны не доверяет своей же стране в вопросах ведения бизнеса. Я просто считаю, что надо о других миллиардах поговорить, да? Есть о чем. О наших, конечно. Была на самом деле бюджетная сессия, между прочим. Ну, она... Кстати, о Ротшильдах. Ее так выстрадывали. О наших 9 миллиардах. Я вот просто хочу сказать, что вот всем... Это горсовета. Да, горсовета. Да, выдали всем депутатам... А то подумают о ваших. Депутатам выдали такие листочки, и там были очень
очень маленькие буквы суммы и очень большие цифры. То есть на самом деле, ну, бюджет там Днепропетровска там 9,2 миллиарда. Там, причем, ну, это 700 миллионов еще с прошлого года, а остальное всего там 5,2 это собственные там субвенции. Ну, короче говоря, денег хватит и на культуру в том числе, и на много чего. Маленький вопрос. Да. Один, я вот, чтобы не перебивать, держу руку. Ты все время 9 миллиардов, ты все время употребляешь слово «там». Наш бюджет там, 9 миллиардов там. Ну, уже не можешь сказать «там». Я не могу сказать «здесь». Понимаешь, если я скажу «здесь», то будут вопросы. Извините, пока, к сожалению, нет, да. Не здесь. Я просто, ну, представители разных же сфер интересуют свои деньги, да, там, культуру свои, там, врачей свои. Я хочу сказать вот просто... Там у них свои. Да. Про избирателей. Вот каждому депутату там дали 2 миллиона гривен на то, чтобы он помогал по округу вот там ремонтировать крыши, подъезды, уже, да? Ну, выделили, проголосовали. И плюс еще 300 тысяч значит, на материальную помощь. Ну, вот люди, которые нуждаются. В общем, все вроде как бы нормально, все помогут люди и помогут депутаты. Но есть вот проблема, например, как оказалось, те округа, которые не выбрали своих депутатов, они, значит, окажутся, ну, вот без вот этой поддержки. То есть это будет добрая воля другого депутата с другого округа. От щедрот. А те округа, которые выбрали нескольких депутатов, у них будет там, значит, соответственно, в 2-3 раза на округ больше денег. Это как в которую такая азартная игра. То есть кто в нее правильно сыграл, тот будет иметь больше. Здесь, ну, калечная здесь же система избирательная. Абсолютно калечная. Здесь какой-то подвох. Это не то, что подвох, это просто кидалово. Это конкретное кидалово для многих, в общем, жителей нашего города. Научим Кальянова плохим словам. Да, ну я даже не знаю, как с этим бороться. Мне это уже бесит. Надо помогать всем. А получается, слышь, округа будут, в общем-то, бесподдержанные. Ну, все-таки, возможно, депутаты, они как-то, может быть, да, соберутся и распределят финансовую нагрузку. Ну, каждый же болеет за свой округ, чтобы его там потом опять. А будем надеяться, что депутаты добазарятся, мы о культуре поговорим. Значит, я на самом деле, как бы, когда вот передача готовилась, вот, политически, ну вот правда, вот ничего, вот так не хотелось ни в политику, ни про Петровск. Вот сегодня я это пропущу. У меня вопросы. Я надеюсь, что бюджет, у бюджета с культурой сложится. Вернее, у культуры. Там же с бюджетом. Опять же бешеные деньги на культуру тоже. О городе. О лице города, вот, и урбанистика, много все это говорится, о красотах, о привлекательных каких-то магнитах, которые людей могут привлекать, то есть манят нас чужие дали, экзотика, реально много есть здесь, вот без пальцев этих культурных расставленных здесь есть, вот Красносельский, архитектор Красносельский, есть много людей и не знают этого, хотя очень много в городе того, чего он оставил, многое не сохранилось, но это же фигура вообще, как бы, в мировой архитектуре известная, значит, долго рассказывать и особенно показывать. Около 50 зданий и сооружений в Днепре, не все сохранились. Это мостовые на проспекте, это же не только здания, это мостовые на проспекте, арка городского сада, она не сохранилась, я ее помню с детства, вот тоже совершенно все. Вот сейчас я, да, покажу реконструкцию театра Горького, и дома разные, не похожие. Что-то осталось, что-то нет. Вот ЦУМ, детский мир старый, которого не это все знают. Я вот несколько домов покажу. Вот гостиница «Астория», например, проспект, дворец Ильича, да, угол жилой дом совершенно уникальный, угол Короленко и Челюскина. Дальше вот дом Воронцова, так называемый, это Гоголя 15. Дом Мартковича, так называемый, там сейчас Приватбанк, никакой рекламы. Это Рогалева, Рогалева 12. Уже не Рогалева. Дом Прицкера знаменитый, это проспект Негаяна, бывшая Калиния, дом 4 и так далее. То есть я к чему говорю, вот писали, и в том числе, кстати, в нашу программу был вопрос, там и лично мне писали, о проблеме с памятником Красносельского. Красносельский вот был захоронен в 44-м году, парк, я не помню, как он называется, какой-то советский название, на героев Сталинграда. Это тоже уникально. Вот этот, посмотрите, вот этот памятник, он в виде колонны, вбитой бронзовой лентой. Он становился постоянно жертвой вандалов. И вот принято решение, очень здорово, что заняться реконструкцией этого памятника, восстановить и следить. Вот об этом начальник управления культуры Хорошилов сказал это уже официально. И причем фишка в том, что это не просто, это системная штука. В рамках программы, как это не казенно звучит, но в рамках программы Филатова «Культурная столица», да что там и
при нашем участии. Тоже и некоторых депутатов горсовета есть, внештатные советники, которые эту программу поддерживают и прорабатывают культурную столицу. Но это очень действительно важно, потому что это программа расширения знаний о том, что у нас есть, о наших знаковых людях, днепропетровцах, о реставрации памятных мест с их именами. Это есть. Я в заключение скажу, что вот летом, вот когда было тепло, классная погода, весной, вот мы, допустим, с женой, это лично, конечно, мы выходили, просто по-новому смотрели город, мы заходили дворы, вот эти, я, старое название там, еще, я не помню, что Комсомольская, Староказацкая, во дворы куча осталось очень интересного, дышащего, и там такие истории, что мама дорогая, это же не вот это колупание в ностальгии, но действительно, мы просто этого не видим, поэтому я надеюсь, что с помощью программы «Культурная столица» мы... Не, ну надо возвращать любой город. На самом деле, на фотографии дворец Ильича выглядел лучше, чем он выглядит. Это же все не похожие друг на друга были. Вот фишка же еще Красносельского. Это все каждый эксклюзив. Все, я молчу. Ну, все, конечно, в ужасном состоянии. Ну, денег-то вот в этом году у нас много. 9 миллиардов. У нас совершенно такие правильные, на мой взгляд, шаги намечаются. Я не могу не сказать, хотела сказать об этом раньше. А вот Михаил Лысенко, наш коммунальный бог, заместитель мэра, который, ну, пока еще в кресле. Коммунальный, да, Ярилов. Некоторые заместители уже, по слухам, там начинают покидать свои кресла. Мы не будем питаться слухами, поэтому пока молчим об этом. Так вот, судя по словам Михаила Лысенко, городские власти уже возьмутся наконец-то за должников, и долги по коммунальным платежам в нашем городе огромные, 840 миллионов насчитали. Вот, решили, что с этим нужно что-то делать срочно. И вот, на мой взгляд, начинают, во всяком случае заявляют о том, что начинают, пока что с правильных шагов, решили взыскивать состоятельных людей. Mm-hmm. Насчитали 385 состоятельных людей, у которых у нас есть долги. И там из них 20, я сейчас скажу про список. В этом списке. Подали иски в суд и будут как-то вот с ними бороться, например, будут запрещать им выезжать за границу. А что считается нет в списке должников? Если у него долги больше 8000 гривен, ну и там большой доход. А состоятельность его, это какой большой критерий? Размер дохода. Если у него хватает денег выехать за границу, то он туда не выйдет. Да. Вот, то есть, если в кране нет воды, то вы состоятельный человек. Во всяком случае, сказали точно, в этом списке нет пенсионеров, нет мам с детьми, да, одиноких. Ну, то есть, вот таких вот категорий, да, людей. Да, потому что регионалы эти бывшие, я их регионал назвал, они сразу ухватили за вот эту штуку, да, что социально неимущие. И там звучало, что квартиры будут отбирать, но, естественно, это крайняя мера. Потому что они будут отбирать у богатых, то есть Робин Гуд у нас. Лысенко Робин Гуд. Лысенко сказал, что пока вот испробуют все возможные там способы влияния, там реструктуризацию, договоры, как можно перенести, частями заплатить. В общем, все пока лояльно, но звучит все очень неплохо и справедливо. Заплатите за коммуналку, пожалуйста. Кальянова одолжит вам деньги. Я, например, хочу увидеть хотя бы один результат. И Михаил Лысенко даже обещал, возможно, обнародовать список этих людей. У нас Михаил Лысенко просто так герой программы, его отхлебну водички. 20, там нету 20... двух фамилий на Г и одной на К. Там нету в этом списке. Вот что меня... Я хочу Геннадий. Попробовать чистой воды. Ты попробуй, потому что на этой потому неделе... Потому что вот, 30-го и 31-го числа из крана текла вода, ну, не такого цвета, а немножко другая, весь город был перепуган. Это был борщ. Да, и тот же... Бургунская 90... И тот же, опять же, Михаил Лысенко, он сказал, что да, была там некоторая авария вот на этом Кайдакском, значит, да. Ну, и, в принципе, люди, во-первых, не пугайтесь, во-вторых, за эти два дня вы можете не платить за воду, то есть это официально. Но самое главное... Какому за воду? Никакому заводу, Женя. Извините. За текущую. У нас заработал телефон. Кроме того, просто, может быть, это важно, если у кого там накрылась там посудомоечная машина или стиральная вот из-за этой воды, то надо вызвать специалиста, он обследует и может быть... И в принципе можно компенсировать вот эти вот убытки, которые нанесены вот этой ржавой водой. Теоретически можно компенсировать. И постирает ваше белье. Ну, короче,
иначе это вот, молодец. Очень. Только не говори, что звонок у нас. У нас телефон заработал. Заработал телефон. О звонке я не говорю, потому что телефон только заработал, 370-3101. Значит, что пишет, о воде. Кстати. Я не знаю, связано ли это ржавой водой, не связано ли. Вот, но местные горожане начали чувствовать нездоровый запах в парке Глобы, на бывшем городском саду, парке Чкалова. И ноздри привели их к озеру. И вот родители там начали жаловаться, что вот вводим детишек смотреть на уточек, там чаечек, лебедушек, там кто-то удодов. А дети им, значит, говорят, там батя, там мама, а что такой вот дух нездоровый? И вообще, что там дохлая рыба плавает? Mm-hmm. И посмотрели впрямь, там плавают такие здоровенные тушки. Ну, это не имеет в виду политики, тушки толстолобика. Да, Ну, говорят, уже что не до сих пор продолжают. Да, уже не здоровенного толстолобика, но тушки здоровенные. Вот. Две версии выдвигаются, что либо посетители чем-то плохим кормили птичек и отравились рыбки. Нет, слишком долго это продолжается. Да, а вторая версия, что забитый сливной коллектор, из-за которого вот в феврале был этот девятый вал, когда и воды морские вышли из берегов, вот в этом озере, и починили вроде бы тогда спасатели, откачали воду, но починили ли коллектор, прочистили, через который вода должна в Днепр уходить, это неизвестно. Но у меня есть третья версия, на какое-то время появилась. Помните вот фильм «Годфазер. Крестный отец», вот когда семья, это Таталья, передает семье, ну вы же помните, да, семье да. Корлеоне подарочек. Вот давайте эти 15 секунд посмотрим, вот не это ли это откуда история? Ты знаешь, что там 15? What the hell is this? That's a Sicilian message. It means Luca Brasi sleeps with the fishes. То есть, такой но месседж. Это, ну да, но это мафиозные дела, вот месседж, когда передают рыбу дохлую, но я просто подумал, что с парком Глобы мафия никак не может быть связана, какие там могут быть с парком Чкалова да, мафиозные дела, поэтому мафия и парк Чкалова вещи несовместимы, эту версию мы отметаем. Забили коллектор. Но была экспертиза и подтвердили, что кислорода в этой воде достаточно. Хотя экологи тоже причины... часто бывают, те еще я как рыбак-любитель хочу сказать, что на самом деле можно было бы, ну вот когда говорят, что если хотите жить нормально, дайте удочку, и люди, в общем, себя прокормят. Я, честно говоря, думаю, что можно было бы построить ну, вот такой вот формат, чтобы люди приходили, брали удочку и ловили рыбу на берегу озера, как это делается в других разных странах. А потом ее даже можно не готовить, а выпускать, например, в Днепр. Ну, если люди уже совсем... Да что там Днепр? Можно выпускать... Можно варить уху в этой воде, которая красная. Можно выпускать в эфир. Да, а то у нас только одни уточки. Одни слухи только в городе. У нас уже столько слухов. Расскажите нам, Елена. Да, и они местами становятся настолько частыми, я бы сказала, даже дерзкими. Посплетничаем. Что они... Нет, никаких сплетен. Сегодня... Утром вот такие слухи, они превратились практически в хулиганство. У нас в ДК студентов начался молодежный форум НАТО по вопросам европейской безопасности, по вопросам даже не европейской, а мировой безопасности. И прошел НАТО, он, да? Начался он совершенно в небезопасных условиях. Был звонок о заминировании, вот этих вот всех экспертов там эвакуировали. Поменяли здание, пришлось. Да, все прошло нормально, звонок оказался естественно ложным. Но вот на мой взгляд, я не знаю, как-то полиции нужно уже работать типа, на предотвращение, потому что слишком часто уже стало... Просто надо в НАТО вступать скорее, чтобы уже не было этих семинаров. Мне кажется, это на имидж Днепропетровска настолько плохо влияет. Нас боятся и обижают уже десятой дорогой все, кто можно. Ну давай прямо совсем уже. Приличные люди. Если успеем про футбольный Днепр, я буду плакать, хоть вы не плачьте. Я просто хочу сказать, что вот эти вот намеки на то, что мы прифронтовая зона, они, в общем, конечно, есть, но все-таки, знаете... Футболисты к нам не ездят. Я просто хочу сказать, ну, что Днепропетровск, конечно, важная вещь, и Украина, это наша родина, но мир больше, вот, например, там, не так уж далеко от нас относительно, да, там, в Карабахе, ну, гораздо более серьезные вещи, опять этот нарыв, там, он... как бы болит, нарывает, то есть гибнут люди с обеих сторон. В общем-то, разобраться в этом сложно, но понятно, что есть интересант, это наш северный сосед. Подбрюшье. Да, и я просто думаю, что, может быть, это в какой-то степени ослабит напряженность здесь. Конечно, когда люди страдают, гибнут, что-то взрывается, это ужасно, это трагедия, и хочется, чтобы мир был и... там и здесь, а что для этого надо делать? Наверное,
Может, наверное, быть, это цинично, но оговорка такая, хочется, чтобы мир был, хочется, чтобы мэр был и здесь, и там. Какие-то, ну, да, оговорки. Ладно. Давайте возьмем все-таки телефонный звонок. Да, у нас вот, может, он вот, на хорошем, этот звонок. Пожалуйста. Я уверен, ну, у нас уже немного времени. Добрый вечер. Слушаем вас. По поводу до коммунальных долгов. Герои Сталинграда, что ты был купить дом? Он эффективный способ борьбы с долгами. Отключили общее отопление, общий свет на лестничной площадке, лифт и домофон. А я на 10-й этаж, 66 лет, с проблемным коленом, хожу пешком, долгов нет. Возьмите на вооружение. Адрес, спроси адрес. Героев Сталинграда. Герой Сталинграда. Есть депутат. Это не твой. Это не ваш. Ты можешь передать другому можно, депутату. Спасибо за звонок. Адрес случае, ты записал? Это, я номер это дома как бы, не успела. Это безобразие. Почему должны страдать люди, которые не платят? Еще отключают уже у нас отопление. О лице города. До того, как Днепр стал форпостом, и опять станет, я нисколько в этом не сомневаюсь, он идентифицировался еще в эти проклятые советские времена, чуть позже, как Южмаш. Футбольный клуб «Днепр», вот вспоминали. Ну, иногда говорили «КВН ДГУ», но ладно, не будем. То есть опознавательные эти знаки. Проблема у Южмаша, ну, «КВН ДГУ» у нас все хорошо, зашибись. «Днепр», футбольный клуб «Днепр», ТДТП, только «Днепр», только «Победа». Наша легенда, чемпион Союза еще был недавно, не так давно в финале Лиги Европы играл. И вот официально уже, к сожалению, официально то, чего боялись, произошло. Отстранен от участия в Еврокубках на 3 года. Точнее, на 1 сезон, если попадет туда вот в течение этих 3 лет. И я об этом говорю на канале Коломойского. За долги перед Рамосом и его бригадой. И там еще одно последствие. Вероятно, уход Маркевича, и у 12 же игроков заканчиваются контракты летом, 31 июля. И причем у нас программа заканчивается. Да, да. А у нас заканчивается программа. Короче, поскольку у нас заканчивается, я надеюсь, что на следующем программе я скажу, что это был страшный сон. УЕФА одумалась, заплатили Хуан де Рамосу, и это легенда. Но ты же сказала, что у нас заканчивается программа. А еще один слух говорят, что Днепр продают. Поэтому то, что я хотел сказать, я не сказал, скажу в следующий раз, я передам вам слово. Как я парковках точно. Да. Но я хочу сказать, что было и радостное. Вот вчера прошел фестиваль Днепровской лиги смеха, приехали разные команды. Это чтобы ты не говорила, что объезжают Днепр там 10-й дорогой. Да, из Ужгорода, из Северодонецка, из Киева, из Запорожья. Приехали ребята молодые, и веселили друг друга, и тех, кто пришел, и я думаю, что... Был аншлаг, пол. Это действительно было. Вот это звучит, ребята, там шутки, смех, но действительно, нет, ну, это была палитра, юмор, она вселяет надежду. Там было очень много классного, очень много что, нестандартного. Что, как не это должно стать? Это будет, надеюсь, на 9-м канале показана Лига смеха. Это, ну, круто, надежда, было. Она хорошая вот такая вещь, она, конечно, умирает последней. Да, вера и любовь тоже неплохие, и я четкие. Хочу еще сказать, очень-очень хотелось мне упомянуть о том, что французская весна у нас началась в Днепропетровске замечательным таким эко-дефицитом филе. Многие журналисты уже назвали эпатажной коллекцию. Была такая дизайнер французская Изабель Тош. Она представила наряды из отходов. Из всяких там пакетов мусорных, бытовых. Из бытовых отходов. Фэшн-отходники. Да. Это действительно, действительно очень интересная вещь. На мой взгляд, это поразительно. У нас есть коротенький кусочек видео, если можно, покажите. А смысл в том, что она пытается нам показать, что мы слишком много потребляем. Мы слишком много лишних вещей потребляем. Там даже были платья, сейчас будет видео, сейчас, из ну, это действительно очень красиво и поразительно. И еще раз подчеркивает, для счастья много не нужно. Я заметил одну важную вещь, хочу сказать в эфире. Вот заметил, когда вот Кальянова о политике говорила такая, вот у нее вот так, а заговорила о моде такая. Знаешь, ну, это она, же красота. Она такая, а когда она заговорила о Барби, она вся... И вообще весна. Я даже на 6 секунд не только коллегу в нее видел. Но вернемся в программу. Да. Что уже возвращаться, если время... Следующая программа у нас юбилейная, 10-я. Я о парковках, может быть, расскажу. Да, это бонус. Это тем, кто просмотрел. И я надеюсь, синоптики обещают уже на следующей неделе 20 градусов тепла, на этой неделе уже, и совершенно без осадков, поэтому не только французская, а уже и настоящая весна у нас наступит. И мы доживем, и мы доживем до понедельника, наконец научимся парковаться, да, и будет много хорошего. Да, да, да. Спасибо за внимание. Оставайтесь на 9-м канале. До свидания. Всего доброго. Пока. Вы же хозяева. Со мной два хозяина.